Сычуян. Добрый вечер, мои дорогие подписчики, мои дорогие друзья. Друзья мои, добрый вечер. Всем доброго, благословенного вечера вам. Кто ушел в пост? Рассказывайте. Кто в посту? Я ушла сегодня в пост. Вот. Так. Короче, сегодня я ушла в пост, а вечером, ну, прямо до того, как выйти в эфир, позвонила своей знакомой. Скоро вся Россия будет в посту с такими ценами. В России будут очень большие возможности, верю в это. А вот. И наговорили всего, столько всего говорили. И осуждали, и обсуждали, и что только не говорили. Думаю, господи, я говорю, я в посту. Лучше бы я пожрала, чем я столько наговорила. Господи, прости. В общем, вот так вот. Что-то здесь очень плохой свет. Я хотела просто вот это вам показать. А я уйду, зайду вовнутрь. Вот. Вот это. Мне так нравится. Мне так хочется вот туда попасть. Я не знаю, как туда попасть. Вот, вот оттуда я делала фотографию. Но видео снимала. Вот с того места. Вот я была наверху там. Оттуда я сняла видео. А, вот оттуда я сняла видео. Вот оттуда. Вот. И выставила в этот сторис. Но я не знаю, как вот туда попасть, вот в этот домик. Он всегда такой освещенный, всегда прям такой радужный. Мне туда хочется прям попасть. Ладно, пойду сейчас зайду, и лучше где побольше света, а то здесь и шумно, и темно. Сегодня решила немножко прогуляться. Так, все, я уже ушла из этого шума, гамма, и сяду сейчас куда-нибудь, где более. Добрый день, Марина Тристановна, из Израиля. Ой, привет, 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 Израиль, мои дорогие. Привет. Так. Все, давайте проведем эфир в формате вопрос-ответ. Добрый день, да-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 да. Вот так, привет из Дагестана, Дагестан, привет. Откуда еще, кто еще, откуда? Мальтистана, надо...
стандарт. А Марина Александровна, вам... Ой, это что, вот это какой-то больной человек, Татя тоже пишет. Мне тоже всякую ерунду, про шпагат, всякую... Я вообще не понимаю, что с вами, господа? Что с вами происходит, дорогие мои? Из Москвы. Москва, привет. Москва. Привет, Москва. Как там ваша внучка с невесткой на Украине? Они уехали в Польшу. Они в Польше. Вот так вот. Добрый день. Как Таточка? Где вы сейчас находитесь? Я нахожусь внизу, недалеко от своего дома. Решила прогуляться и зашла. А как другую внучку зовут? Софа. Зовут ее Софа. София. Так, вопрос-ответ, девочки. Иначе мне скучно. К монологу не расположено. Мария Шукшина послала, прислали мне из Инстаграма. Что-то выставила Мария. Такая молодец, так она борется вообще. Очень красивое место, мира вам и добра. Ой, господи. Мира и добра всем, каждому из нас. Всем мира и добра. Кто-то хочет вот ко мне добавиться, да? Сажина, давайте добавим. Давайте. Интересно. Так. Добавляется. Сорвалась. Апсус сорвалась. Красивые имена у внучек. Да. Марина, в Китае ковидный театр отменили. Что такое ковидный театр? Ган, моя хорошая, не поняла вопрос. Добрый день, очень рада вас видеть. Благодарю вас, благодарю. Подожди, ногти. Я хочу послезавтра поехать и сделать белый цвет.
Я педикюр сделала белый, сейчас тоже хочу сделать белые. Или какие-нибудь такие, знаете, вот лиловые. Светлую хочу уже, все, тепло. А, как хорошо. Ковидный балаган. А, меры, ну они везде у нас, ну просто в масках можно, все можно сейчас. У нас все можно, только надо ходить в масках. Боженька. Прости нас всех грешных. Рассказывала, не знаю, вы были или не были, не все вы были. В общем, пошла сегодня в пост и позвонила знакомой. И наговорили такое, осуждали, обсуждали. Весь мир всему миру косточки помыли, всему миру, то есть на мировом масштабе, не то, что там какого-то одного человечка. Потом я говорю, Господи, лучше бы я сегодня пожала, чем так много осуждала. Здрасте, с праздником 8 марта. А что, сегодня 8 марта, что ли? Сегодня 8 разве? Я даже время не знаю. Я даже не знаю сегодня, какое число. Для меня это вообще никакой не праздник. С наступающим. Ну вот, с наступающим я понимаю. Завтра 8 марта. Да, сегодня 7. Однозначно, да. Нет, завтра 8 марта. All right. Как думаете, это к лучшему? Я думаю, что вообще все, что происходит, для нас к лучшему. Это 100%. Я так думаю. Все, что происходит, все к добру. Как вас найти в Телеграм с наступающим? Напишите мне в этот, как его, в личку, и я вам скину свой телеграм. Я даже не знаю, как его привязать к Инстаграму. Хочу привязать, но у меня не получается. Китай с нами. Ну, с китайцами тоже надо быть очень аккуратными. Нельзя так восторгаться этим. Вот тут здесь есть, знаете, и надо быть с ними очень-очень, их надо держать немножко на вытянутой руке. И с ними надо уметь общаться и работать. С ними надо уметь. Это я уже за свои 17 лет я это очень хорошо поняла. Будет дефолт России. Ну, если даже будет, то ненадолго. Вот. Добрый день, Марина, с наступающим вас. Спасибо вам, благодарю вас, благодарю. Благодарю, мои хорошие. А сейчас что происходит? Разве не дефолт? Да, это дефолт, да. Но это сейчас немножечко такая, в такой ситуации всегда может быть, всегда так бывает. Но я думаю, что все наладится. Я верю, что все наладится. Абсолютно в этом уверена. Абсолютно.
Абсолютно. Здравствуйте, люди. Привет, привет. Все забыли, что корона была. Да, об этом итальянская газета написала, что типа того, что... Ну, это такой... Шутка, конечно, что доктор медицинских наук и фотографии Путина, поместили фотографию Путина, за 48 часов вылечил от ковида весь мир. Все и забыли, что корона была. Да. Тата не улетела за границу или в Москве она? Нет, тата никуда не улетела. Она в Москве. Так, какие же новости у вас в Эстонии отключили российское телевидение, ничего не знаем. А мы думали, как они соскучатся. Так, ребятушки, ну все, давайте. Неинтересные вопросы, поэтому я выхожу. Все. Все, давайте, пока-пока. Всем пока.